Опубликован порядок конкурсантов Евровидения 2014. Как сообщает New York Sokal, известно, что сестры Толмачевы, которые на конкурсе представляют Российскую Федерацию, 10 мая выступят под 15 номером. Именно режиссер музыкального конкурса пришел к такому решению. Напоминаем, что конкурс состоится в Копенгагене. Конкурентами сестер будут представители таких стран, как Азербайджан, Венгрия, Нидерланды, Швеция, Черногория, Армения, Исландия, Сан-Марино и Украина. Те государства, которые боролись за место в финале.